Так, всем привет! Сегодня у нас в обзоре, как снять межсервисный интервал с Citroen C4. Перед тем, как вставить ключ, нам необходимо зажать кнопку межсервисного интервала. Вот она у нас на приборной панели. Нажимаем и удерживаем ее. Далее вставляем ключ в замок и проворачиваем, удерживая кнопку межсервисного интервала на панели приборов. Проворачиваем. У нас пошел обратный отсчет. Дожидаемся. Все. Проворачиваем ключ. Выключаем зажигание. Межсервисный интервал сброшен. Проверяем. Все готово.